Здравствуйте, дорогие подписчики, вы на канале Сибирский Бродяга, с вами Жека. В общем, приехал в Триал Спорт за велосипедом. Звонили, сдавал по гарантии из-за щелчков вилки. Вот, сейчас посмотрим, что мне скажут. Ну все, друзья, забрал велосипед, везем на Ладе Приори. В общем, сказали, дефекта не обнаружено, покататься еще, гарантия большая, если что, можно сдать. Ну, будем кататься, будем смотреть. Ну, прям хруст вилки, не знаю, вот из магазина вывел, то ли что с ним сделали, не знаю. Хруст вилки нету. Будем смотреть, друзья. А? Конечно, ну. Закупился. Ну вот, друзья, выезжаем из Новокузнецка. Едем домой. Все кусты будут просто работать. Все кусты? Ничего себе, заросли, да? По дороге сорвал веточку облепихи. Такие ягодки. Но нынче ее мало.